Мне непонятно, почему этот вопрос серьезно не изучался, потому что это серьезная проблема. Серьезнейшая. Они же на людей нападают. На заседании регионального правительства специалисты Роспотребнадзора объяснили причины крысиного нашествия. За последний месяц в отделе по защите прав потребителей приняли несколько десятков обращений от жителей, которые отмечают, что полчища грызунов поселились на городских контейнерных площадках. Этот вопрос глубоко в Магаданской области как бы никто особо не изучал. По поводу заселенности территории, а то, что заселение, скажем так, крыс, это достаточно как бы серьезный вопрос. У меня есть предложение, или просьба. Если этим, на это никто не обращал внимания, не занимался, срочно принять меры, обратить внимание. И дело не в комиссии, а дело в тех действиях, которые должны быть предприняты сейчас. Согласитесь. И ваша задача даже не разработать как. И не слушать о том, что это сложности впервые чуть ли не в науке, в городской. Крысы, в городе роют норы. Я сейчас на этом останавливаюсь. Но где бы они ни рыли, где бы они ни находились, эта проблема должна быть решена. Также губернатор негативно высказался о качестве жилья в городе и области. По его словам, вина и ответственность за ремонт многоквартирных домов лежит на фонде капитального ремонта и жилищной инспекции. На варианты решения проблемы дератизации и улучшения качества ремонта губернатор дал 2 недели.